Всем привет! Сегодня я продолжаю делиться своими упражнениями, действиями, которые я делаю с палочками. Точки, которые очень эффективны и активизируют нашу жизненную силу. И буду благодарна и рада, если вы присоединитесь и будете делать со мной. Для этого упражнения, которое я буду показывать, для этого необходимы ноги и палочка. Вот такая длинная палочка. Для этого мы будем прокатывать вот таким образом. Желательно минут 5. Получается, что мы прокатываем по вот этой косточке такой. И можно немножечко возле, с разных сторон, так действенно, чтобы было. Можно также, как здесь прокатываем, на ногах, также и на руках. Это упражнение, вот таким образом, раскатывание вот этой зоны, оно помогает при всевозможных новообразованиях. От полип, кисты есть, жировики, в общем, всевозможные названия, очень много, неважно, важно, что. И если организм не справляется с очищением, то тогда происходит вот эта проблема. И важно, конечно, следить за тем, что мы кушаем, потому что много сейчас очень химии в пище. И есть такие вещества, которые вообще не выводятся из организма. Очень затруднено. И поэтому на помощь приходит вот это упражнение. Это упражнение будет работать только если его делать постоянно. Вообще во всем должно быть постоянство. Сделать 1-2 раза, естественно, чудо не произойдет. Все знают, что есть у нас точка долголетия. Вот она находится вот здесь. Как ее найти? Руку положить на чашечку. Вот этот средний пальчик должен вот по этой косточке. И вот этот пальчик упирается в эту точечку. И вот эта точечка есть. Ну, оно такое здесь углубление. Вот эта точка есть долголетие. Палочкой, пальцем так не подавишь сильно. Палочкой очень эффективно давить. Вот я давлю, мне прям в стопу уходит. У каждого по-разному, поэтому это не показатель. Но давить хорошо надо. Вот тоже фильм смотрим и давим. С этой стороны точно так же находится. Вот даже так просто можно найти углубление такое, ямочка. Вот эта точечка и есть. Еще очень хорошая точка, которая вот... Если с этой стороны, это для коленка. У кого коленка болит, тоже хорошая точка. Так, вжик, упираешься в косточку. И вот здесь ямочка так же сама. Также ее активируем, эту точку. Надавливаем. Если уже для... коленок делаем, активируем точки, начали, то здесь также так прощупываем. И здесь находится тоже выемка, такая точечка. Вот давим на нее, и я чувствую, боль немножечко в колено отдает. Вот эту точку активируем. С этой стороны, в общем, вокруг чашечки находим эти точечки. Здесь также можно найти, немножечко так расслабить и нащупать здесь углубление, также близко, можно даже сказать, на серединке находится также точечка. Тут больше точечек нету. Вот не точечка, а выемка такая. Вот также давим на эту точечку и сделаем для себя активизацию этих точек
Конечно, если коленки болят, что для меня, например, помогало, это ходить на коленках. Ходьба на коленках очень эффективная, поэтому стоит попробовать, может, сперва на мягком. Поэтому пробуйте. Я вам желаю здоровья, счастья, любви и до новых встреч!